197 миллионов рублей выделят из федерального бюджета на реализацию туристического проекта «Северная мозаика». Об этом сегодня сообщил на брифинге заместитель руководителя Федерального агентства туризма Николай Королев. Речь идет о создании туристско-рекреационного кластера. Его планируют построить на территории площадью 20 гектаров в районе Табагинского мыса. Проект претворят в жизнь в рамках государственно-частного партнерства. Для этого планируют построить всю необходимую инфраструктуру, в том числе подъездные пути к комплексу, гостиничные коттеджи, пункты питания, горнолыжный спуск и многое другое. Предстоит работа такая серьезная вот, министерству по качественному подходу к правильному освоению средств, да? Или оптимизации, как сказал президент, да, расходов. Конечно, вот, поддержать не все удается проекты. Мы выбираем наиболее качественно подготовленные. Особенно очень важно завершить строительство тех объектов, которые начаты. И, на наш взгляд, вот, Республика Саха она покажет качественные результаты, эффективные результаты освоения.